Кири, попробуй, пожалуйста. Да, пожалуйста. Пультика, который мы здесь придумали. 4, 5, 6. Столько. Да, да, я понял. Чик. 5, 6. А мы будем переключать? О, а что за мужик? Мужик, уйди. Так. О, слушайте, хорошо я побрился, да? Ну все, все, можно команду отпускать и начинать готовиться. Да, ребят, все, спасибо вам большое. И у нас просьба, заберите у нас кошку. Куда? Сейчас мне отдадим. Что? Кнопочка. А хочет уже спать. Все нормально. Спать. Да, пускай пока на питание. Вот это те герои, которые делают наш эфир. Все, все. Это я, получается, как режиссер сейчас. Я могу управлять картинкой, представляешь? Камеру забираю. Меня забирают камеру. Отрабатывай. Сема, я все заснял. Сейчас заберу. Я все заснял. Это похоже на жесть. Как она есть. А, несмотря на весь абсурд, давай все-таки расскажем, что мы хотим, Сема. Сегодня мы хотим поиграть с телезрителями, а также с коллегами. А в такой... Первая батарея выпала. Работает? Да. Класс, мы еще ничего не сломали, я ведь уже 8 минут в эфире. Мы сегодня будем выполнять задания, которые вы нам присылаете. Но просьба, чтобы это было без реквизита, ну и там не ломать, знаете, телевизор, но что-то такое интересное. Если вдруг вы хотите, чтобы мы, например, Лера, чтобы съела красный перец чили, а его у нас, допустим, нет, то нам нужно, чтобы вы его, конечно, привезли. Да, кстати, мы каждый раз можем ждать вас в гости и принимать какие-то дары, подарки. Ну, то есть, если какое-то задание есть, и вы привозите реквизит, и это возможно сделать, мы это сделаем. Но мы вас не пустим. Мы вас не пустим, но... Но мы вас снимем. Но все, мы вас снимем в дверь. В дверь снимем. Че, давай я слеписта позову, который будет ставить рекорд. Давай, хорошо. Чтобы показать. Документы забыл. Стас, пойдем, мы тебя покажем. Здрасте. Ребят, там проблема небольшая, там люди на улице скопились. И хорошо, в количестве сколько... Ага, так, заноси! Подожди, подожди. А, вот. Отлично. И заноси, давай, заноси, кто там? Вот они, герои нашего сегодняшнего дня. А, познакомьтесь, я сейчас вас знакомлю, вас рассказываю на весь город. Это моя племянница, зовут Софья, и там, давай, давай ее. Где твоя мать? Там. Давай зови ее. Давай ее зови, пускай я тоже о ней расскажу с удовольствием, потому что это моя сестра. Вот, они привезли, услышали по первому зову вот эти замечательные спальные мешки. У спасибо. Девчонок по химии пятерка была, я смотрю. Судя по прическе. Это у нас 11 класс собирается поступать в институт, а вот эта девушка просто красавица, отличница, свободная, мужички, пишем. Кому? Кому? Мне. Я буду всех отсматривать. Лично. Девочки принесли нам 2 спальника, поэтому нам нужно решить, кто с кем спит в одном спальнике. Я с кошкой. Двое остаются. Я не буду с ними с двумя спать. Все, спасибо вам большое. Пока-пока. Все. Что, так можно было? Можно было. Можно уходить отсюда? Все, да. Все, ты камеру-то поставь. А переключи камеру, чтобы вот другая работала, которая вот все видно, чтобы было. Которая все. Это она? Пожалуйста, вот. Вот, спасибо, спасибо. Ты будешь за диджея вот за этого. За диджея? Так ты эту профессию называешь, которая на больте камерами. Стас Рыбин, чемпион мира, что-то еще. Что-то еще. И чемпион мира. И обладатель Кубка мира. Вот. А на Кубке мира сколько выступало степистов? 3. А на чемпионате мира 43. Ну ладно, смотри, времени сейчас 38 минут. Мы через 2 примерно минуты уйдем в интернет. Начнем здесь все готовить, обживаться, и ты начнешь ставить рекорд. Я начну тоже готовиться все равно чуть-чуть. Что для этого нужно? Что для рекорда нужно? А для рекорда. Микрофон нужен для рекорда. Это минимум. Так, отлично. И самое главное, конечно же, это водичка. И хорошее настроение. И все. А еще? А ноги не нужны? Ноги нужны. На самом деле, да, нужна специальная обувь, я ее сейчас покажу. Спросил, сколько длился предыдущий. Предыдущий рекорд составляя, его нету. Поэтому вообще, да, мы не нашли ни одного рекорда ни Гиннесса, ни России, ни УРФО, ни Свердловской области, даже ни Екатеринбурга и ни района. Стопудово установим. Да, и поэтому мы начнем, я думаю, что 3 часа точно, а дальше как пойдет. 3 часа. Я не знаю, насколько я буду вам надоедать. Подожди, 3 часа? Ты будешь прям долбить. Нет, ты 3 часа, ты продержишься. Да, 3 часа должен продержаться. Куда? Сюда ближе нужно? Что? Нам Александр Копылов просто сейчас
показываешь? У нас трансляция же по телевизору прям идет, и ты очень крупно. Нужно отойти, вот Кирилла не видно. Вот, а мы же видим. Да, пожалуйста. Вот так вот? Я вам так скажу. На самом деле у нас есть здесь ориентир, чтобы видеть себя, да, что сейчас происходит. Пусть мужчина этот отстанет. Я вам так скажу, вот эти туфли я не одевал, наверное, 6 лет. И вот не одевал я... тоже. Да, да, да. И я их сегодня померил, и они просто как домашние тапочки, они идеальны. Я их купил, получается, да, 6 лет тому назад. Вот. Очень много из Америки. Да, я очень много танцевал, стер ноги, вот, а туфли еще как бы сохранили. Итак, дорогие друзья, сейчас мы работаем на... Давай поближе подойдем. Не надо. Вот. Да давай, вот. Пожалуйста. Иди, иди сюда. Иди, идите все сюда. Итак, дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите 4-й канал. И сейчас бегом в группу ВКонтакте 4-го канала, где будет прямая трансляция всей нашей жизни в этом доме на протяжении этой ночи. Выйти отсюда мы не можем. А зайти и принять от вас все подарки. Еду, самое главное, уже привезите, мы очень голодные. Там кто-то щемится. Скоро узнаем. Все, ждем. Пока. До встречи. Утром утренний экспресс, как всегда, на этой же кнопке можно посмотреть. Да, утром будем мы с Семой, поэтому вы посмотрите. Это как мы спустя сутки не спав. Да, да, да. Ближайший эфир. Спасибо. Это голос свыше. В 9 утра ближайший эфир, а человек это последнее, что мы от него сегодня услышали. Александр Привалов, до свидания. Пока, Саша. Все, пока-пока, до встречи.